Короля и королеву лазурной дорожки выбирают среди участников первенства Омской области по плаванию. В отборе участвуют юноши и девушки 1998-2001 годов рождения. Претендентов 200. Возможностей стать сильнейшим более чем достаточно. В программе регионального первенства 17 соревновательных дистанций. От 50 до 1500 метров в зависимости от стиля проплывают спортсмены. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве номеров программы. Всю силу выложить максимально, там, не знаю, ну максимально там проплыть, чтобы все силы выдохнуть и проплыть по первому. Задачи ясны – быстрее, выносливее, сильнее. Как рыба в воде чувствуют себя многие участники. Не по одному году занимается каждый из них, чтобы выйти на соревновательную воду. Я занимаюсь 5-й год. Хочу добиться успеха, чтобы стать лучше. А успех для тебя это что, медали или просто занять? Медали. Занять какие-нибудь места. Большому кораблю большое плавание. Начинающим пловцам, которых сегодня здесь основная масса, главное выбиться в лидеры. Спортивное будущее многих знаменитых сегодня мечей Василисы Владыкиной, Сергея Макова, Вячеслава Синкевича началось именно на таких стартах. Без отбора здесь, на региональном уровне, нет будущего на европейских и мировых турнирах. Первенство России в мае месяце будет проходить по этому возрасту 97-98. То есть нижняя граница этих ребят, она попадает на эти соревнования. Достаточно серьезные соревнования, собирающие всех сильнейших пловцов России этого возраста. И, в общем-то, с этих соревнований практически начинается спортивная карьера любого спортсмена. Два дня есть у спортсменов на то, чтобы показать себя во всей красе. Столько же времени у арбитров и тренеров, чтобы усмотреть будущих звезд омского плавания. Победители определят в каждом виде программы и наградят дипломами Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.